Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Тут немного погода установилась. Остановились дожди. На денек, наверное, вот. Я приехал в лес. Походим, посмотрим. Грибочки. Ну, из грибочков сейчас только можно встретить грузди. И вы со мной. Погуляем, полюбуемся вот этой красотой, подышим уральским воздухом. Посмотрите, какая красота. Чувствуется, зима приближается. Рябинка. Вот. Уже осыпаются листья. Ну, оставайтесь со мною. Пойдем, погуляем. Увидим что-нибудь интересное. Насобираем хорошо. Не насобираем. Отдохнем просто. Идем. Посмотрите, какие осенние грузди. У нас красавцы. Сейчас посмотрим мы их. Вот какой один чистенький. Ну, этот вот бракованный. Этот вот берем. Посмотрите, какая красота. Поздняя осень уже. Погода вот такая. Небо. Ждем снега. Такую полянку груздей я нашел. Прям-таки много. Сейчас походим. Я вам их покажу. Потом сорву. Вот осень. Они прям все на виду. Смотрите. Вот они. Какие. Красавцы стоят. Вот а, шикарные. Я вот ползаю, вам показываю. Вот. И тут вот еще. Вот а. Вот он. Спрятался. Видите его, нет? А вот где шишка. Вот он. Это же плохой. Ну-ка. Вот а. Прям под коленкой откопал. Вот он. Вот а, вот какой. Вот а. Ну, сейчас пособираем. Посмотрим. Либо несколько хороших было. Взглянем сейчас. Ну и все, и поляночки вот. Два грибочка. Ну и то радует. Это следовало ожидать. Дожди уже льют. 2-3 недели с небольшими перерывами. Почва вся промокла. Ну, отдыхаем, отдыхаем. Душа отдыхает, хорошо. И вы со мной. Вот какую костянику встретил. Наш уральский гранат. Такая ягодка, поздняя осень, такая что осталась. Такой лес у нас. Еще раз посмотрите. Вот костянишка. Приятненько. Но без мухоморочек я не могу. Украшение леса, посмотрите. Как они выстроились по ранжиру. Дружная семья. Мама, папа и детка. Вот тут еще один грибочек какой-то. Ну, просто чудо. Красота. Вот
Посмотрите, кого я встретил. Ёжик. Давно я их не встречал. Уже даже и не помню. Вот он. Вот он. Какой интересный. Сейчас еще поближе подойду. От солнышка сниму. Посмотрим его. Ой, супер. Посмотрите. Он и не боится даже. Какая милая милашка у него. Вот. Смотрит так на нас. Вот она. Ну, давно я не встречал. Ну-ка. Ну-ка. Ой. Ой-ой-ой-ой. Ты что, испугался какой? Ну. Какой? Носик у него. Ну. Ну, ладненько. Не буду я его пугать. Ну-ка. Давай, беги. И бежать не хочет. Вот сейчас он грибок вот этот ел. Я его засек. Пытался что-то. Ну, милашка. Ну, давай, живи. Питайся. Вот он. Ну-ка, давай. Покушай что-нибудь. Вон же рядом грибы у тебя. Вот он небольшой. Маленький. Ну ладно. Давай отдыхай. Отдыхай. Живи. Наедайся. О, что-то кушает. Скоро зима. Ну все, пошел. Ладно, давай иди. Вот такое чудо, друзья мои. Ну интересно. Давай, давай, гуляй. Все, все, все. Пока-пока. Только от ежика отошел. Два груздя нашел. Только от ежика отошел, два груздя нашел. Стихи собираю. Ну-ка посмотрим. Эх, не то. О, это все ничего. Это все. Так, это берем. И едем дальше. Такой молоденький встретил. Ногу уже находил. Но все большие, все гнилые. Этот небольшой такой. Сейчас взглянем, чем у нас порадует. А? Не, не порадовал. Ну ладно. Ищем. Смотрите-ка. Сколько грибов всяких. Вот это что-то. Такие вот. То ли рядовки, то ли что ли. Что они прям таким рядом растут. Да. Ну пусть растут. Что же? Не знаю, мы не бери. Вот смотрите, какую я калину в лесу встретил. Такие ягодки шикарные. Еще не облетело. Хотя такие ветра были ураганные. Красавица. А пусть растет. Молодая. Такая вот дорожка. Едет по такой дорожке. И вот калина. Вот ветруга сильный был, даже деревья повалил. Вот сосна, верхушка у нее зеленая, вот свалил. Но я думал, хуже будет, прям ураган был. Ну вот так вот. Ух, красоточка. Такие вот еще грибочки нашел. Вот два срезал, хорошие. На горе место сухое. Сейчас посмотрим эти. Вот еще два, даже три растут. Смотрите, какие красивенькие. Вот так.
чудесный. Ну, посмотрим. Такая у нас красота. Лес вот такой, бугор. Они растут. Такие зонтики опять встретил. Но уже большие. Один уже. Все. Упал. Вот еще один. Такой. Стоит. Но я их не рискую брать. Пусть они растут. Смотрю все видео, как их готовят. Ну, что-то опасаюсь пока. Вот смотрите, сколько груздей. Поднялся я еще чуть повыше в гору. Но то же самое. Их много, но я их даже вытрывать не буду. Вижу, что они уже старые. Пошел дождик. Сейчас еще немного подумаюсь. В одно место красивое покажу вам. И будем возвращаться домой. Погода начала портиться. Такие вот грузди. Вот видите, друзья мои, в какую я посадку елок приехал. Был я здесь в середине лета. Здесь было много грибов разных, но в основном маслята. Но я не стал показывать. Вот думал, сейчас осенью приеду. Тут будут грузди, но пока видно рановато. Вот какие-то есть грибы, но непонятно. Сейчас пройдем, посмотрим и поедем мы домой. Что интересно будет, покажу вам. На все красивое место нет. Такие так грибочки ни о чем. Ну, оставайтесь со мной. Дождь вроде перестал. А все место интересное. Вот такими ровными рядочками растут. Вот у муравьиной кочки встретил гриб. Похож на зонтик. Ну, не знаю. Конечно, я его брать не буду. Зонтики я не пробовал. Тем не менее, конечно, они мне нравятся, снимать их, но опасаюсь я их трогать. Такая погода у нас осенью. То дождь, то выяснило. Вот посмотрите на трудягу. Дятел стучит. Вот трудится. Да, темновато, наверное. Попробую все с другого ракурса. Вот трудяга. Но очень высоко сидит. Руки у меня трясутся. Ну, вот она. О, какой, эх, все. Ну, ладно. Улетел. Посмотрели дятла. Ну, спасибо, мои друзья, зрители моего канала, что были вы со мною, погуляли со мной в нашем лесу, пособирали грибочки, грузди. Ну, то, что много плохих, это не важно. Мы вот отдохнули с вами.
И это самое главное. Душа отдыхает в лесу. Ну а самое очарование, конечно, это ежик. Я так рад. Так рад я этому ежику. Давно я их не видел. И поэтому был в восторге. Ну все, друзья. Всем мира и добра. С вами был Владимир. Пока-пока. Оставайтесь со мной.